Приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня я рад вам представить новый ролик, в котором мы с вами сыграем недавно вышедшую FNAF Plus. Заранее скажу, что я уже успел познакомиться с этой игрой за кадром, а именно на стриме у моей подруги Ники. И я, безусловно, впечатлен. Как же мне нравится этот дизайн. Просто очень-очень-очень классно. Стоп, подожди. Это также Яна уже на стадии монтажа. И давай договоримся об условии. Ты ставишь лайк, если тебе это видео не понравится, ты его убираешь. Если понравится, то ты его оставляешь. Поскольку я уже начинал играть до этого, как бы ночь третья, я начинаю заново. Местная пиццерия нуждается в частном детективе для расследования загадочного убийства, произошедшего 2 недели назад. Владельцы пиццерии нуждаются в помощи, чтобы вернуть спокойствие и верность клиентам. А дальше я не успеваю, блять, ну пиздец просто. Нажмите X, чтобы использовать спирит-радар, короче, если грубо говоря. Вот здесь у нас находится первая аномалия. Вторая аномалия. На самом деле, очень мне понравилось, что вот эту штучку сделали, потому что действительно она немножко напрягает. Вот тут аномалия пятая. А теперь мы идем в офис. Мне еще очень вкатывает это записывать все ночью, потому что, ну, у меня немножко проблемы с монитором, а именно с кабелем. Поэтому я не могу нормально разглядывать, что у меня находится в темноте. И поэтому мне приходится немножко вот так вот, грубо говоря, выключать везде свет и сидеть в темноте. Ого! Ебать! Вот это прикол, блядь. Это прям вообще сок, на самом деле, очень, очень хорошо, очень, блядь. Неприятно такое лицезреть, если честно. Ну, первая ночь, как обычно, является самой легкой во всех частях ФНАФа, поэтому нихуя тут интересного происходить не будет. Перим, 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 перим. Блин, какой... Подожди. Это мне кажется, или из истории игрушек стоит тот челик, который... Блин, это очень забавно. Так-то довольно-таки. Опа, Бонни. А ты куда? А ты вот он где, мой любимый. Кстати, кто является вашим любимым персонажем во ФНАФе? Не считая, допустим, ну, просто, допустим, в первой части. Мне кажется, большинство ответит Фокси, но лично для меня Бонни является таким самым более-менее интересным персонажем, который действительно очень классно сделан. Немножко не понимаю, где Чика находится. А, вот она. Привет. Я знаю, что клоунада начнется ближе к третьей ночи. Здорово! Как у тебя дела? Что, подожди. Один глаз у Чики желтенький, другой розовенький. Забавно. Опа. Пам-пам-пам-пам. Ну как же хорошо сделаны аниматроники. Я просто. Ну, мне очень-очень заходит дизайн прям. Вот особенно Бонни. Бонни это вообще просто жесть. Ультра мега кул Сигма Бонни. 20% кола. Супер дупер мега ультра чел. Ай, блять, я не могу. Единственное, наверное, блять, самое страшное это Бонни как раз таки. Слушаем Хану Монтану. Более Бонни такой сказать, этот... Более резкий что ли скример. Я не знаю, как это сказать. Бобер! Неприятная мини-игра, допустим, я до сих пор не знаю, могут ли кто-то выпрыгнуть на меня и что-то сделать, блядь. По-моему, здесь вообще никто не нападает. Ты просто как этот пропеллер-маяк крутишься, ищешь просто аномалии. Внимание, анекдот. Появился, значит, Соня, черный сталкер. Повалился по палаткам водить и водички просить. Единственное, что мне не понравилось, то что они стоят и дергаются. Меня, помню, рассмешил, когда вот здесь на 9А камере Бонни вот здесь стоял, блядь, и дэнсил, нахуй. Серьезно, блядь, просто уц-уц-уц такой. Хорошо сделали, когда вот подсвечивается и скример не просто так этот, а прям вылетает тоже. Вот это мне очень понравилось. Бонни здесь, Чика здесь. Хорошо.
Придется отказаться от камер в будущем. Как будто бы. Да. Интересно. 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 А почему она на меня напрыгнула? Мужик в костюме из говна. Спрингтрап. Здорово. У нас уже все съебаться успели. А когда и куда? Самое главное. Это пока что у меня еще не бомбит, потому что у меня есть охуительный стул, который скрипит. Я прям максимально погружаюсь в атмосферу ФНАФа в плюс, потому что я сижу, наверное, на таком же проперженном стуле, как там и есть. Мой Optimus Prime стул скажет мне скоро пока-пока. По-моему, его тут нет, а у Чика есть. Да. Этот уже стартовать пытается что-то. Чика, уйдешь? Моя Чика, да, бой. Не понял! А ты дохуя блатная или что, блядь? Это прям довольно-таки неприятный казус такой, скажем так. Как же я любил, когда на меня закрытые двери нападают. Единственное, когда у меня такой раз было, это во ФНАФе 4-м, когда на меня Фредбир нападал с закрытой дверью. Я, возможно, вставлю эту ставку. Слева. Ну это даже стыдно, блядь, третий раз играть, вторую ночь. Я в тот раз с первого раза ее вообще прошел. Let's party. Вот с такой прям вообще потусовать только и можно. Чика здесь, это здесь, все хорошо. Слушай, даже все прекрасно у нас. А вот он у нас. Вон он дергается, как видите, я об этом говорил. Теперь эту дверь закрываем. Ну, у нас заканчивается ночь. Мы немножко не успели. Третья ночь. Опять ищем аномалии. 7 аномалий. У нас готово. После закрытия этой консоли мы поднимем тебе заработную плату со 150 до 250 долларов. О, да. $250. Слушай, это вообще класс. Теперь смогу позволить себе аж целых 2 шаурмы. Наверное. А? Ого. А почему Фокси уже так сильно стартует? Там мне вообще не вкатывает, если честно. Бонни. Тише, тише. О, блядь. Я почему-то ее сейчас не ожидал немножко. Да. Какой же ужас. А вот Бонни куда делся? Блин, пробежал как. Открываем дверцу. У нас 4 часа уже, процентов нихерища нету. Привет. Третья ночь пройдена. Четвертая ночь. До этой ночи я еще не доходил. И даже не представляю, насколько сильно сейчас будет долбиловка. Слушай, кажется, нам отказали в выкупе. А жаль, ведь это могла быть самая выгодная покупка. Но когда нам не было $250, все-таки буду у тебя в кармане. Все-таки шаурма намечается. Второй хихихаха. Слушай, на самом деле, мне это не очень нравится. Он уже как бы на этом находится, на кухонке. То ты угораешь, что ли? Ты надо мной решил посмеяться, да? Блять. Не понял. Подожди, а где он? А, он, наверное, за дверью стоял, да? Получается, да. Сломал камеру. Ой, как я это люблю. Блять, не могу, нахуй, Бонни прям вообще ебашит знатно. А, мне интересно, как я буду проходить пятую ночь. Угу. Ну-ка, цыц. Здорово. Идиоты.
Ой, как отожрал. 10%, хватит ли мне энергии, вообще мне интересно. Так, Фредик у нас за чекой стоит. Чекой, блядь, че, гранат, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Хо-хо-хоу! Я впервые увидел, получается, как играет после того, как заканчивается электроэнергия, шкатулка как раз-таки с маршем Тореадором. Ебать, это, ну, это действительно очень-очень-очень крипово. Ого, где ты спрятался, аномалия, прям... Кто-то орал. Это пятая ночь, получается, и даже мне интересно послушать, что говорит у нас Фонгай. Он ничего не говорит. Грустно. Нет, эту ночь я не пройду изначально. Потому что изначально сделал очень много ошибок. Ты настолько близко, друг. Вопрос. Он же обычно нападает, когда идет с дальней, нижней комнаты, а сейчас он решил вдруг напасть без ведомой тому причины. Ой, чайка уже кружки ломается. Хватит кружки ломать. Я понимаю, все там детям не понравилось, все такое, ну, это дети, ну, кружки-то за что? Кружки-то это, как бы сказать... Денег стоит. Ого, ты близко как. Ёбаный в рот. Ой-ой-ой-ой. Привет. Ага. Ага. Хо-хо. Интересно. Это даже очень интересно. Прям, ну слушай. Когда к тебе заходит аниматроник в офис. Это сравнимо с тем, когда у тебя в офисе появлялся Golden Freddy. Ибо офис это твое личное, так сказать, убежище. Захотел, блять. На всякий случай, я не хочу, чтобы у меня такое второй раз повторило, где меня хавает просто, блять, Фредди. А мне похуй, даже дверь открыта. Я не знаю, чем... Я не вкусный Фредди, уйди, пожалуйста. О, хэлло, рад, что это Фредди Фазбейр. Ну, зачем вы так, ребята? Фредди-ка у нас здесь, еще хихихахаха, одно можно. А потом хихихахаха, блять, пропускать нельзя. Мне надо, чтобы Бонни, да, вот сюда уходит. Все. Красота. Чика у нас под дверь, нет. А где Чика? Фредди у нас здесь тусуется, это понятно. Чик у нас на кухне. Бонни нельзя пропускать. То, что Бонни хавает камеры, это вообще просто ужас полный. Спасибо, что вы посетили нас. Сейчас очень наш любимый Мишка Фредди Фазбер. Здорово! А я могу посидеть, посмотреть на тебя? Жалко, какая жалость на самом деле. Что-то я Бонни потерял. Так, у нас Бонни опять дверцы. Эти идиоты у нас здесь. Тут у нас ушел, можно открывать дверь. Фредди, а ты вообще нормально? Ой, блядь. Сколько ты это жрешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Друг, мы на такое не договаривались. Пожалуйста. Я же пошутил! Что вы так на меня... Обозлились-то, я не понимаю. Ребята, 4 утра, алло, я не этот. Собственно, все. А давайте смотреть джемскейр. А, собственно, у меня 4 часа ночи. А как выиграть? Ну ты посмотри на это прям вообще же сок. Ну это куда, куда страшнее, чем в оригинальной части. Просто даже сравнить это все вместе, это реально... Чекусика нас отошла. Фредди надо, ты не отошел, и хуй знает, я опять тусовался, боже мой. Фуксян стартовать хочет у нас, по крайней мере, уже. Бонькин у нас трясется. Открываем эту дверь и закрываем эту дверь.
Фокси бежит. Прибегает. Типа, оп, смотришь, а там был этот Фокси. Ваняш ушел. Открываем. Смотрим, чейка не на меня. Так, чейка у нас отошла. Чейка у нас пришла. У нас как раз еще и этот пришел, получается. Так что дверцу мы пока держим закрытой. Бонька нападает. Боньку ждем. Ушел. Открываем дверь, смотрим, открываем. Я не знаю, зачем я все это повторяю, но это просто для себя. Потому что мне так легче. Сейчас бежит Фокси, отхавывает у нас процент энергии. И у меня опять, блядь, не хватает будет процентов энергии. Боже мой, как же в это сложно играть. Конечно, здесь остается все хорошо. Нет, не все хорошо. Первый часик мы просто посидим, наверное. Ух ты, блядь. Так. Ты у нас куда пропадешь? Понял. Нет, ну вы серьез, смеетесь надо мной. Сколько? 9%, да, будет сейчас? Бам, 10%, спасибо. Ох, блядь. Какой же ужас. Просто отвратительно. Я не знаю, как это играть. Опа. Марионетка. Нормально. Брат? Это действительно ты? Брат, мне так страшно. Я думал, я уже никогда тебя не увижу. Посмотри на меня. Посмотри, что он сделал со мной. 6 лет прошли так быстро, но так больно. Ты взял эту работу, чтобы найти меня? Ты знал, что я здесь? Эти роботы, они такие же, как и я. Эти дети были убиты так же, как и я. Мы не помним, кто это сделал, но... Ты знаешь? Меня выкинули отсюда, но я всегда возвращаюсь. Пожалуйста, сожги это место. Спаси меня. И спаси моих друзей. Они думают, что ты убийца. Они думали, что другие охранники тоже были убийцами. Спасибо тебе. И... сожженный чек. И мы прошли игру, получается. Ну, слушай... Больше 5 попыток, наверное, ушло у меня на 5-ю ночь. Удивительно. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.